Эти несколько соток берез поделили лесниковцев на тех, кто категорически против вырубки рощи, и тех, кто хочет решить одну из наболевших проблем. Согласно плану, на этом месте нарезано 26 участков под строительство домов для многодетных семей, ветеранов локальных войн и других социальных групп. Пошли на это, потому что нет земли. Одна из жительниц заявила, пусть едут в Большараково. Большараково, вы знаете, 70 километров отсюда. Вы желаете поехать в Большараково получить землю? Нет. Вот, пожалуйста. По словам Петра Кунгурова, помимо этих участков, земля будет выделена еще в нескольких местах Лесниковского сельсовета. И то этого не хватит всем очередникам. Планируется сейчас выделение земли в сторону санаторного. Значит, дальше, вот въезд в сельхозакадемию, значит, вот в сторону Крутихи у нас вот здесь планируется, дальше здесь все, вот это, до конца будет выделяться земля, и в сторону Лаптева, от Крюкова в сторону Лаптева. Березовая роща проблему нехватки жилья точно не решит, считают местные жители. По их словам, для этих нужд на территории сельского совета достаточно места для строительства. Единственный лес в селе трогать нельзя. Мне нужно, чтобы будущие поколения, которые выросли, они не только вот старые клены видели и пылью дышали, но еще наслаждались вот этим зеленым чудом. Там и грачи, там еще краснокнижные растения есть. Я как биолог еще это говорю. Это такое чудо в центре села. По словам представителей местных властей, выделение участков проводится согласно букве закона. Эти березы не относятся к лесному фонду, а следовательно, нарушения земельного законодательства нет. Кроме того, владельцы новых участков прошли все регистрационные процедуры. Однако сельчане намерены отстаивать березовую рощу и дальше. Константин Пчаков, Александр Менщиков, Светлана Брагина, телекомпания «Регион 45», Китовский район.